Всем привет! С вами канал Карелия, все рыбалки и не только. Сегодня что у нас тут? Спало маленько, но все равно там больше 10 минус. 13-14, наверное. Едем на разведку посмотреть, какой лед. Ну и порыбачить вон с Андрюхой едем. Все, будем искать крупную рыбу. Пожелайте нам удачи. С вами канал Карелия, все рыбалки и не только. Подписывайтесь на канал и обновления. Комментируйте, ставьте лайки. Самое интересное впереди. Ну что, вот приехали в такое местечко. Дует легкий южный ветерок. Не знаю, усидим тут, не усидим, но попробуем. Воды мало. Вот кое-где даже дают воду. Ладно, рыбачим. Что будет, буду включаться. Ну что, первый, как обещали, крупный. Покажи-ка. О, вот такой окунек, ребят. Таких надо ловить. Можно ловить. Молодец, Андрюх. Вот, набурился. Пока для начала. Будем пробовать. Еще одного Андрюха поймал. Ну, миленького. Сейчас специально камеру включил, на камеру не клюет. Все? Все. Вот так. Да, вот ветер, конечно. Такой ветер не обещали. Обещали потепление, теплее. Что-то все не так, как обещают. Его больше нету. Вот, друзья, у меня первый. Он съедобный. Неплохой окунек. И дюбнул неплохо. Красавчик. Ладно, посмотрим дальше. О, красавец. Еще один, брат. Я видел. О, помельче. Ну что, красота и только. Вот легкий южный ветерок. Все. Перешел. И сразу еще один, следующую лунку. Красавчик. Ну, может, что и нацарапаем, да? Может, что и нацарапаем. О, гудит. Рыбное хозяйство. Это аэролодка. Ну, почему-то по одному. Почему, не знаю. Там три, тут один, все. Ну что, ребята, вот и рыба. Сижок. Пусть небольшой, но уже едовой. Ай-яй-яй, вот бы поймать бы на сугудайчик. Да. Классно. Сижочек, сижочек, первый в этом году. Красавец. Сначала мне показалось, что что-то как будто дернуло. Думаю, нет, показалось. Потом стал опускать, и он оп, и остановил. Все, больше нету. Друзья, еще один сижочек. Вот так. Что-то не крупный еще. Подзабагрил я его, видно.
А окунь вот не хочет. У Андрея там поклевывает. И неплохой окунек. А здесь... Здесь ни в какую не хочет. Что же он мелкий-то такой? Не хочет больше. Еще, ребята, сижочек. Ай-яй-яй, третий у меня. О. Окуньки сначала мелкие, а потом он дёбнул. Ой, красавчик. Интересно, красивый. Крутится. О, еще, ребятки, окунечек. Такой прямо сладенький. Клюет очень. Очень-очень-очень и не очень. Вымарщивать надо. Ну это ладно. Вот у меня у брата беда произошла. Так ты видел ее, да, Андрей? Вот у него клюнула форель, ребят. Форель клюнула. Килограмма два, да, наверное? И оторвала мормышку. К лунке он ее подтащил, но леска 0,16. Такую рыбину не взять, конечно. Бродит. Теперь эта шалава не даст рыбачить. Ее немного, но вот так будет ползать. За день одна поклевка. Но она есть. И у тебя такой мормышки больше же нету, да? У меня-то, у меня-то есть, но дорого. Так давай куплю у тебя. Так очень дорого, ты чё? Я куплю. Денег не хватит. Ладно. Блин, я жалею, что мало. Нету в Сиге же, я смотрел, у нас нету. Мне крючки там нравятся, мормышка-то ерунда. Фигня это все. Ну все равно цвет мне нравится. Цвет очень. Ладно, посмотрим. Какое солнышко. Прямо греет, да? Да. Ничего себе. Красота прямо. Сейчас поедем попробуем в другом местечке. День короткий, можно и тут пробовать, но все равно. Вот мы и в открытом, в Малом Сегодне. А лед такой тоже, сантиметров чуть больше 10, наверное. Да, в открытое, конечно, пока нет. А с краешку решили попробовать харизу поискать. Попробовать. Рыбу мы поймали, там на уху покушать. Остальное что еще надо? Хочется что-то нового попробовать, посмотреть. Смотрим, что будет. Вот, ребятушки, ой, первый харизок в этом сезоне. Вот он. Я его все-таки взял. Пусть небольшенький, но он есть. И он берет. Та-да-да-дам. Ой, вот это радость. Хороший? Ну-ка, подожди, дай я посмотрю. Я Андрюха взял-то хорошего какого. Смотрите, ребята, не зря, да? Ну-ка, стой. Давай на солнышко. О, вот этот-то уже, да. А какой он, ну рыба жила. Ай, красавец. Плавничок, все дела. Ну, молодец, брат. Бахнул, да? Да. Ой, красавец. Молодец, Андрюха. Ну, ребята, вот он. Ага. Ой, красавец! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот это харис! Ай-яй-яй-яй-яй! Хе-хе, не могу! Эх, у меня душа прям рвалась сюда! Там попробуем, не надо ехать! Ай-яй-яй! О, ребят, какой харизочек!
Эй, красавица, огурцами запахло. Погудай, сегодня есть, все. Ай, красавец. Вообще прям супер. И лупанул так, я вам скажу, по-взрослому. Шкатушка сработала. Вот это хариус. Ух. Не могу наглядеться прям. Ох, не могу. Ребята. Это раньше было принято, что хариус типа не клюет. Как это он, ребят, не клюет? Клюет он всегда, и рыба вся клюет. Найти ее, выходы надо. Остальное все берет. Классно. Вообще все классно. Ну что, вот такой день короткий. Солнышко уже начинает скатываться. Красивый ветерок только сегодня. Ну вот тут еще одно местечко разбурили. Пока ничего. Лед еще не везде. Проедешь. Ну, все равно начало есть. Что-то поймали. Дальше будет видно. Все будет от погоды зависеть. Не знаю, что у нас за планы на завтра. Посмотрим. Пока рыбачим. И вот вернулись сюда. Там мы так больше ничего не поймали. И вот окунька взял. Одного миленького, одного такого съедобного. Андрей двух поймал съедобных здесь. Ну, уже все, солнышко село. Что будет, не знаю. Будем скоро, наверное, и домой собираться. День, ребята, короткий. Так что рыбачить толком и некогда. О! О, какой Андрюха! Вот это окунь! Хо-хо! Ого, ребят, вот это лапоть! Хо-хо! Ничего себе! Ну, красавчик! Как бабахнул! Ничего себе! Ух ты, еще один, Андрюха. Ничего себе. Вот это да, под вечерок-то. Я уж думал, все. А нет. Да. Да, ребят, порадовал. О, еще один. Опа. Хе-хе. Классно. Помельче, но все равно. Еще под вечерок. Взял миленького, взял. Там вот такого красавца, ребята, во. Сейчас посмотрим. Окунь есть. Все. Так интересно вот его. Тогда вот понимаешь, что он там есть. И он 100% есть. Вот он.
Как вот его выкачать, соблазнить? Всяких способов игры всего. Тор надо раздразнить. Не получается. Все, надо собираться домой. Все. Заканчиваем вечер. Такая красота, все стихло, ветерок. Ну как, братан, рыбалка? Отличненько. Отличненько. Хариуса нашли? Нашли. Да, все-таки мы его нашли, ребята. Вот он какой, красавец, видите? Поймали мы всего 3 штучки, 4 шишка, некрупные. И вот такие вот окуня, ребят. Вот такая рыбалка. Так что, если не трудно, ставьте лайки, съемка все для вас. Так что пока и удачи вам на ваших водоемах.